Это освоение сегодня. Да. Пачка РДД там надо хорошая. Только ради 10 аксессуаров. Левай. Блин, на Лара только кастерские всякие приколы падают. Нет, там еще этот коготь ТРПБшный. Калов. Вам 232 лог в гильдию не нужен? Нет, только берем от 215-го. Извини. Че, Мордан, в какую-то свою гильдию набираешь, да? Да, 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 обязательно. Хорошо. Ты проект 6, да? Не нет, знаю, проект 50, 8. Наверное. Могу в ЗС с демоном пойти. Проект X. Дусан. Демона нет, бафа на крит нет. Согласен, крита нету мало. Что за демон? Там, ты... Ну, главное, чтобы ты тактику объяснил. Ок, пон. Нет, шеф. Боль будет полная, только спирте. Вон МВП хант есть еще это. Гляньте, пришел. Рогу можно свич начать, мало ДПС пока. Ебать, у тебя проблема, конечно. Распалил, Слава. Угу. Вот сейчас одна из стрёмных, что ли? А, трэш, чё, чистить не будем? А нам куда, направо? Ну, прямо отсюда можно. Распылили жезл? Могли бы кому-нибудь отдать просто так. Но это лучше, чем пылить 277-ю шмотку. Мы уже давно пылим 277-ю шмотку. Я бы мог просто на потесте взять. За ноль. Он ЕП не стоит. Да нет, если потом капы подбить когда-нибудь, может быть. Ну ты же будешь пользоваться им, правильно? Поэтому шмотку ты залатаешь. Слышишь? Ну а так он бы был, а так он просто 50 голды.
кристалл. Из той же оперы это дайте это 5 потестить. Но. Потом капа подобью нас. Одену это 5. Ну это не Т5. Это шмотка просто, которую капа подбить может быть где-то. Поэтому просто кнопку паролу добавь. Все нажмут паролу. Слава, ты кого-то поменяешь на меня или я? Все. Но это лучше, чем пылить шмотку. Где Каратрес находится вообще? Пом. Да, или вот 10% хотя бы сделай кнопку. Для вот таких вот шмоток. Не, Катриси, по-моему, не туда. Ну или просто паролу. Ты играешь год, а я знаю, куда мне идти. Можно и ту, и так, и так. Вон. Мне вообще похуй, я посмотрел карту, я посмотрел путь, и все, мне этого достаточно. Тем более у меня есть инвиз, мне похуй, я через все пройду. Я вообще мне похуй, ты понял? Ты слышишь? Да нет, ты мне он особо-то не нужен, просто он Танос он нужен. Ему тоже не нужен. Слот есть? К сожалению, есть или к сожалению нету? А два слота есть? Я понял, нахуй. Я не понял, что ты сожалеешь. Я тоже сожалею. Тебя травма? У тебя траур какой-то или что? Мне тоже зачем? Ары, ты сегодня не забудь срез сделать и новенький ему это стартовое накинуть. Ну, финал босс. Дусан. Что там говорили? Стартовый ЕП вам накинуть. Ну, типа это, бонус новичку, так сказать. Я до 7. Я. А, он Хукмастер пишет, стартовое ЕП его друиду накинь. Войд, замени меня, пожалуйста. Там Равист может зайти. Мне идти надо, 20 минут будет.
Пока соберемся, уже даже тронуть не успею. Где там танки, хилы? Погнали. Который селит. Выходить? А, оставаться?
Ладно, удачи, ребят. Давай, удачи. Ведьму первую. На ведьму поставь метку. Пошли. Что, 12 уже есть? Новая когда? А что, сегодня воронки на выпадали? 3 штуки, по-моему. Блять, хорошо. Блять, что-то аж пригодилось этого жезла. Да просто я сейчас смотрю жезлы всяких магов, у них 256. 254 без сокета и вот 258 без сокета. Чего они не берут? А чё они за сутку не брали? Сутка. Может, это помойный, блядь, жезл с меткостью? Ну он может быть носить лучше. Они его будут. Можно типа просто было на ролке. Да, вот именно что кнопку парола. Давай. Так тогда все шмотки не сетовские, я имею в виду, не токены будут паролу уходить. Нет, помойные. Кроме шмотки триник. Могут просто по ролу уйти. Нет, тоже это самого шмотка. Это не помойная шмотка. Это достаточно помойная шмотка. Ну, типа хз. Вот именно, что тут помойных шмоток полно. Лучше усилить рейд на 0,5%, чем распылить в голду. Нет, чем его прикол брать, если можно... Понятно, что усиливать рейд. Получается, остальные шмотки такие, да, они будут незначительные, но... Был бы это жезл, как раз давать. Его бы все за 100 голды забрали, ой, за 100 ГП забрали бы, просто разорвали бы, а это что, жезл... Что, подпрешил? Тут большие дохуя. Только капы подпить. Тут всю комнату надо чистить. И вы отведите. Ебать их здесь. Угу. А чё мы пришли сюда? Каратрей здесь. Да ну его нахуй, блядь. Эй, спасибо, что это еще не чумная гадина. Опа. Пиздец, нахуй. Здравствуйте, Паша. Что-то маунты, кстати, как перестали падать. Хотелось бы это. А он по воде, на воде ездит? Да. Да. Блять, хотелось бы, да. Полезно получается. А что за маунт? Конёк, горбунёк. Там ездит. Дальше падает? Ты же... Не все боссы огромные. Где Каратрес? Он стоит чилит, блять. В смысле, блять, он нормальный статунага. Ну тут все огромные, типа в рейде, блядь. Ну все крутые боссы большие. Ну кроме Лича. Ну, вот он неплохой. В комнате с Личом сдохнете, Лич тоже будет огромный. Ну да, там метров... Что воронка лежит? Метров 200 высоту. Пало, беги, там, собирай конфеты. Где? Ну вон, на чём? Видите, большой маунт? Тебе и маунт. Это знак. Где, под большим? Роли маунта. В большом, вот, видишь, вот большая эта гнида валяется. Вижу, все. Нашел. А чё, конёк, кстати, на ролл? Или чё? На ролл. Кидай ролл. Я понял, блядь. Где ты в каком-то пати, Слава? Почти. Войд, сейчас найдём. Он умер, помер. Короче, он умер. Закидывай. Хуёво зависит. Опять что ли? Давай, подымай там.
Что-то делай. Гадалку на имя, что ли. Все, ГЦ на стресс. Маша, эти, блин, непобедимые, это такая приколом, нет? Помойка. Нет. Вы запомнили, мардаун, то не даем непобедимого. Естественно. Я конька себе хочу. Он жидкий, но... Да что за жидкий-то? Что за жидкий? Почему за жидкий-то? За что? Будешь двадцатку давать тогда. Не буду двадцатку давать, я могу по ХПС вам двадцатку дать. И не про ХПС. Ну, я... Мы все обсуждали днем, мардаун. Все выяснили, что ты жидкий. Почему? С чего это началось? Из-за чего? Ну, просто ты жидкий, и все. Я тебя больше хилить не буду, короче. Ты меня и так не хилишь. В смысле? Ладно, хорошо, я тебя запомнил. Слава, а что ты там? Давай я тебя резко покупаю. Висит у него. Там Виагры возьми, ёпта, уже развесил. Она дорогая. Смотри, какая. Тридцатка не приговор. Не грызни, нет. Виагры, слышишь, там сметана с орехами наебни, пойди. Говорят, помогает. Миндаль, грецкие орехи, нахуй, пошел. Там у тебя есть аллергия? У меня да. У меня вообще намного аллергия. Да я помню, ты расскажи. Ты сам он как ходячий аллерген, блядь. Аллергия это пиздец. Мага, быстро, мага. Сейчас бы умереть. Да, есть исто слово. Висит. Только ХП можно дать. А, кстати-ка, что там, Ваня, будем передавать ХП, блядь, с десятки, чтоб Слава начислил? Ой, блядь, это пиздец, нахуй. Я бы передал. Угу. Там есть пару суточек таких. Пару претендентов, да? И кто же это? Там есть отдельная личность. Мардаун? Включите. Ага, два раза. Стрим. Резня. Хули ты стрим. Вы про... У него писит там пиздец тоже. Вы про Адель, что ли? И не только. Так, что второй? Что, она прям много болтала ГП? Дайте ассиста. Бегите. Опа, пизда. Сифилисный вышел. Лёха, отвяжись от меня. Опа, Нострак законтачился нахуй, умер. Включить стрим, сейчас так ты же в рейде. Я-то в рейде, ну, в смысле, кто не в рейде, может посмотреть хоть, что у Хулидринка, я говорю, там висяк. Вообще нормально у Хулидринка стрим, я только шо вот сидел. Слова подружки чисто. Ну, чисто подружки. Ну, я хз, если бы хотели, попросили бы. Все нормально у него. Все нормально у Хулидринка. Ноль просмотров стрима. Не висит. То, что типа подлагивает? Да, да. А да. Это Дискорд, и вчера, и сегодня что-то подбирали. А это Дискорд, кстати, да, это он уже неделю вот так выебывается, так что нормально. Понял. Ты мне лагал, никто никогда не жаловался. Ну ладно тебе, ну, рассказывай, тоже буду. Давай, мардаун, хиль больше. А, в смысле, вы что, что вы начинаете, а? Давай 20к хпс. Давай, жидкий, в натуре там скотина. Потери. Этот жидкий тебя взывает. Знаешь, Мапакан, а чё жидкий, а ну, объясни. Ну, блядь, ну ты включи воображение, ёбаный свет. Понос жидкий. Нам нужны крепкие парни. И только поэтому, и всё? Надёжность превыше всего. Ну, типа, просто включи воображение, всё, что тебе нужно. Чтобы понять, почему мардаун жидкий. Я походу понял. Я включил воображение, но это плохо получается почему-то. Ну с поносом типа связано, да? Ну, как хочешь. Понял. Все подойдет. Какой-то хлебушек, вот реально, блядь, ты не хан, ты ведь хлебушек, блин.
Полка белого, пойдем черствая. Жестко оскорбил. Вообще, с плесенью. Бля, ебать, у тебя кликухи, конечно, жесткие, жидкие, блядь, педофил, блядь. Ну, конечно, блядь, репутация у тебя ебанешься, брат. Я бы такого типа братом не называл на твоем месте. Бля, понятно. Вот видишь, началось опять. Вы сейчас загулите, он просто слева сгонит. Да не, я ж, блядь, ну, типа, я ж... Ну, мы ж любя, мы ж любя по-братски. Ну, я без негатива какого-либо. Кто на шутки обижается, тот вообще попущенка нищая. Что ты ржешь? После рыды сидит, присали лицо. Да, я каждый раз после рейда, после каждого слова плачу подушку. Бля, ну, брат, ну ты, да, если тебя обидели, извини. Не дали токен, плачу подушки. Вон, с ней этот жезл разрулили, будет повод плакать подушку тоже. Если это... Если... Ну, конечно, гениально сделали, что в разные стороны их развернули. Меня сейчас просто убьют, а? Какой-то мов. Я если обижаю, то скажи. Да нет, так, господи, забейте, я уже давно привык, что это не обижаться, потому что меня в школе тоже жестко стебали. Вау. Я помню, сижу на МХК, хаву яблоком. На самом деле любит это. На перемене. Подходит ко мне этот, она любится, говорит, одноклассница, говорит, типа, Гош, скажи что-нибудь. И я на секунду сказал, пошла нах, они это видео сняли, обрезали и закинули в группу. На следующий день вся, блядь, все три класса уже это смотрели. Я такой, блядь, ну, конечно, гений, говорю. Так а что, хорош, над собой смеяться должен думать, типа. Мардан, тебе жезл придать? Зачем? Если человек не умеет смеяться над собой, то все это пиздец. Да нет, конечно, зачем, господи, а я же не... Вот, вот, например, Седжу, когда про него шутишь, он начинает быстро тему переводить. Либо говорит хуёвый рофл. Да не, спасибо. У меня этот как его. Не, кстати, он так не всегда говорит. У меня, ну, большинство. Нормально. Ну, большинство. Не, ну, у тебя бывает такой момент, когда там про тебя бывает нормальная шутейка залетает, ты бываешь такой, ха-ха, как смешно, и все, типа. Ну, типа, ну, не, хорошо. Я так говорю только на тупые шутки. Оценил шутку про жезл, конечно. Он может, а если шел, ну, если рофл... подобную. И, типа, если рофл реально есть... годный, я тоже зарофлю. У меня еще 4 таких жезла. Да, давай, мне, пожалуйста, 4, давай, я даже тебе это готов класску скинуть на сапрот. Хиль жидкий. У нас был чел в школе, который вообще не умел смеяться, ну, над собой. Он, ему нравилось только, когда мы с другим кем-то рофлили. А когда на ним начинали рофлить, он, ебать, обижался. Это пиздец вообще. Он чуть ли не плакал, есть, нахуй. Ну, есть такие, да. Согласен. Не, я вообще, ну, я самоироничный чел. Так самоирония, это же круто, это же круто максимально, типа, ну, вообще. Да, ну, да. Главное, палку не перегибать, иначе люди это... Бля, пацаны, вы бы нахуй меня видели. Что там? Шо ты? Зачем мне тебя видеть? Да? В смысле, в каком... Зачем мне минеть? Это когда идут два минера по полю, блядь, говорит, мин нет, давай, да? Типа вот это вот, блядь, из этой серии. Не, я типа всю жизнь пухлый был, и то есть как бы в школе это вообще, ну типа... Ой, ебать, брат, если б ты меня видел, ты бы вспомнил бы вьетнамскую весло в брюху свинью, блядь, вот у тебя бы ассоциация моментально такая была, блядь. Не, типа... А я не видел исламскую слабдуху, я. Не, а шутки в школе, блядь, так напрягали жестко, нахуй, потому что, сука, они такие тупые были. Ну, типа, ибо хильте, нахуй, черебить. Типа, ну, а сейчас ты, типа, не толстый? Да я толстый, я ж тебе про хинкали вот шутил. А-а-а. Ёбаный сыр. Алло, сколько ты весишь? А хинкали? Сейчас дохуя. Ну сколько, за сотку есть? За 120. Хуя себе! Чисто, блядь, Чисто Гартман, да? Битман, блядь. Я хуй знает, но я еще и выгляжу, типа, с типом вставал рядом, он вешал на 10 килограмм меньше, чем я. Я тогда 115 вешал, 110. А, ладно, брат. Просто какой. Это все хуй, это все хуйня. 75. Метр 80. Это все хуйня, брат. Кость широкая у нас просто. Это не, все хуйня. Типа, и он выглядит, сука. Он, короче, я хуй знает. Я вот, почему-то по голосу понимаю, что за Ханыч, и ты, типа, такие эти, плотные типы. Я ну, типа, как Киевстонер. Ну, я, кстати... Киевстонер 150, по-моему, весит. Вот Киевстонер именно висяк. Да-да-да. А ты такой, типа, просто, ну, большой. Вот сейчас, ну, из-за того... Я такой крупный парень. Зачищено все.
Ну все, тогда. Из-за того, что мне полгода после операции пришлось дома проваляться. Там два моба еще ходят. Сейчас я чуть-чуть типа атаки, я типа выглядел, ну, нормально. Не, а я. А меня операция нихуя, я просто жру дохуя, что не в себя нахуй. Не, я типа тоже хаваю нормально. Но... Не, ну в смысле, ну плотно похавать вкусно, блядь, даже вообще пиздец, это, ну, блядь. Да, килограмм пельмешек навернуть, это самое. Не, ну я не настолько, блядь, ты что, ебанутый? Да, блядь, я не знаю, килограмм, я, блядь, ну дня 3-4 точно могу есть вообще свободно. Ой, слабый, фу, я килограмм за 2 дня съедаю, это получается, мне хватает. Нет, если ты жрешь пельмени, конечно, каждый день, блядь, на завтрак, обед и ужин, нахуй, то мне кажется, можно за один килограмм. В момент времени я понял, что пельмени жрать, ну, очень долго я и хавал только их там. На выходных тусовался. Ой, не говорите ничего про пельмени. А сейчас просто хочу блевать с них. Нет, ну хочу пельмени. Пельмени заебись, а? Есть такое. Ну, я, типа, это такая фишка, как, ну, я типа хуй. Как шаурма, типа, да? Типа, да. Бля, шаурмы я бы реально сейчас бы заточил бы. Я нахуй. Сейчас похавал шаурмы с розбифом, как бы, ну, прикольная правда, штука, но... Ну, вкусняшки вообще не стоит говорить, у меня диета. Говядина мало. Диета вот он? Да. Бля, вчера так шашлычка с кайфом похавал. Не, ну это грязь, на самом деле. Я вчера спагетти похавал с лучком и этой соусом из-под этой курочки. Не, вы, блядь, умираете, я тебе похавать хуя нельзя, блядь. А я знаю. У меня, ну, у меня фактически, типа, прям... У меня вообще, если такая хуйня... Знаю, у меня вообще такая хуйня, как сиборейный дерматит, мне вообще жрать нихуя нельзя, блядь. Вот тут место. Вот где я прыгаю. Вот тут ставь. Ну, у тебя, кстати, вроде пожестче хуйня, да, чем у меня сегодня? Там забей. Да, вот там тут, я читал вот там. Протресса. Что там по тактике у нас? Слышишь, а у тебя хуйни в башке нету, которая типа от еды это вот, блять, корки вот эти такие сухие появляются. Это какие-то. Не, парни. В башке, а на башке тогда. На башке, ну, блять, на башке.